очень рад видеть вас хотя бы через компьютер, по интернету. К сожалению, нет возможности встретиться лично в данный момент, но надеюсь, что вскоре мы сможем все-таки встретиться снова. Добрый день. I'm glad to meet you too. Мне очень приятно, что мы сегодня организовали такую встречу. Если бы мы занимались еще и больницей, я бы не знаю, как мы смогли потянуть все эти расходы. У нас за это отвечает Министерство здравоохранения напрямую, поэтому у нас они на государственном уровне обеспечиваются, и у нас такой проблемы с их обеспечением нет, как у города. Вот в этом я... С одной стороны, конечно, Андреас, вам повезло очень. So you're lucky here. Мы определили пять больниц и один родильный дом. Поэтому и все это содержится, естественно, за деньги муниципалитета. Все медицинские работники, которые сегодня работают в больницах, которые определены как больницы, где лечат пациентов с ковидом, государство доплачивает этим врачам, медицинскому персоналу, работающим в этих больницах, 300% от их ежемесячного оклада. Мы же на своем уровне приняли решение о том, чтобы мы будем доплачивать также этим медицинским работникам, которые работают сегодня по этой проблематике. Огромное спасибо за встречу, за такой разговор. Очень полезно, приятно общаться, обмениваться мнениями. У нас схожие проблемы сегодня. Мир стоит перед таким вызовом, как борьба. Все абсолютно, коснулось всех без исключения. И делиться опытом муниципалитетов, своим опытом, как мы преодолеваем эти трудности, как мы оказываем помощь бизнесу, как мы сотрудничаем с медицинскими работниками, это очень важно. Thank you very much. Thank you, Andreas. Thank you. Ευχαριστώ.